Адриасан, Лерасан. Sa kakatapos lang na laban kagabi sa Kazakhstan, June 8, 2024, ay napalaban ang tubong Antipolo City Rizal na si Adrian Lerasan. At kinaharap ang walang talong boksingero ng bansang ito na si Samat Zitibayev sa isang anim na round na bakbakan sa Bantamweight Division. At bagamat may iilang talo na si Kabayan, ay lamang naman ito sa eksperyensya sa ibabaw ng lona. Его соперник, очень титулованный, опытный боксер из Филиппин, Адриан Лерасан. По версиям WBA и WBC в легкий бокс-рек Адриан очень хорошую позицию занимает, 72-е место, тогда как у ну сразу в их разделяет, но следы над Лерасаном в рейтинге бокс-рек, но и продолжатель традиций для Филиппин. Но посмотрим, насколько Лерасан обладает тем потенциалом и потенциального роста. Все-таки Мэнни Пакьяо — это большая величина в мире профессиональной. Наои и Наоя, которые, на мой взгляд, по праву являются боксеров мира, профессионалов, вне зависимости. Абсолютно чемпион мира сразу двухвесовых. Но посмотрим, давайте, что из себя. Потом скажу вам, что очень крепкий парень. Хорошо удар держит. Посмотрите, какие хлестки. Призер чемпионата Казахстана среди и пробует себя в финальном боксе. 6 побед одержал Самат на профессиональном ринге. Это его действующий чемпион Таиланда в полулегком весе, которого 20 побед. Победой в своем 20-м поединке накануне на пресс-конференции, отвечая на вопросы, будет безусловно болеть. Снизу котом попробовал Лерасан. Ух, какой выстрел в исполнении Лерасана. Вот здесь сама так искал позицию передней левой рукой. И потом очень хороший такой справа выстрел. Ну что надо отметить, наверное, бьют очень жестко, акцентированно. Нет, наверное. Вполне вероятно, что в этом бою может у нас и... Прям подошли друг к другу очень... Что-то пробивать такими одиночными ударами. Как размашисто здесь начал пробивать и... Ну, почем зря свою энергию вкладывается в каждый удар. Это здорово. Посмотрите. Мощнейший удар в исполнении Адриана. И сразу у нас публика оживилась в зале. Получается, это не просто какой-то парень, которого привезли на убой. Спортсмен, который закатывает конкурентный поединок. Смотрите, как у друг друга вот этих вот плотных одиночных выстрелах. Ох, какой мог хороший размашистый удар сейчас получиться в случае точного попадания. Принимает такую форму пайга. Расстрел буйной позиции. Причем как здесь, сидя в комментаторской кабине, как раз находясь в такошечко. Ой, какой апперкот мог случиться здесь. Открывается в ближнем бою. Я думаю, Самату нужно попробовать сейчас. Плотнее все-таки умеет он очень сильно бить.
слышали, как тренер говорит. Ну, конечно, Янки против Адриана Лерасана. Я думаю, не стоило бы так делать, потому что он парень опытный и, может быть, сам Адриана ожидает, когда соперник. Медицинская бригада, технический делегат подошел, там посмотрел, спросил Самата, будешь продолжать, готов. Самат ответил утвердительно. Ну, Самат Джитабай не тот парень, который может сдаться. Безусловно, он будет продолжать. Нам сейчас режиссер трансляции так показывает Виктора Леонидко, который наблюдает за происходящим, возглавлял эту самую федерацию, если я не ошибаюсь, наверное, в течение 15, может быть, и 20 лет. Один из величайших казахстанских боксеров за всю историю бокса в нашей стране. Финалист, серебряный призер Московской Олимпиады 1980 года. И вместе с Сериком Панатпаевым они и выступали. Оба завоевали серебро. Дойдет с таким же вопросом, ну, либо представитель вот, медицинской бригады. Страшного не произошло, из-за чего можно было бы бой остановить. Тем более гатманы угловые, как могут бокса. Да, шестой. Я думаю, это правильно все-таки. Это была бы обидная остановка боя. Ищет сама тут варианты для развития своей атаки. Здесь уже немного на дистанцию отнимает боксеров Яржакапов. Работает на этом поединке рефери. Но очень активно сейчас Самата просит тренерский штаб. Такой жесткий сейчас обмен ударами в голову. Simula round 5 pa lang ay naging duguan ang Kazakhstani hanggang matapos ang laban. At dahil mas naging solido ang mga banat ni Kabayan, ay 8-7 ibinigay sa kanya ng mga Horado ang iilang punto sa laban na pinanalo ang laban sa isang split decision pagkapanalo.